Я должен разбить это зеркало, потому что жена принесла его с помойки. Я очень вспылил и был в ярости, но Анюта предложила одно условие. Если она закастомит это зеркало в своем стиле, и многим это понравится, что все поставят лайки и напишут комментарии по этому поводу, то я не буду разбивать его. Я, конечно, не соглашался и хотел его сразу отнести обратно на помойку, потому что нельзя приносить чужие вещи в дом, тем более зеркала. Но когда Анюта начала наносить первые штрихи своего творение, то меня это очень заинтересовало, и я хотел узнать, что получится в итоге. Надеюсь, что ничего не произойдет от того, что она принесла чужое зеркало в дом. Тем более Анюта всегда меня поддерживает, когда я делаю что-то. Поэтому я тоже решил ее поддержать и попросил заснять ее весь процесс рисования, так как моим подписчикам всегда нравятся наши творческие решения. Ну и конечно, я надеюсь, что это видео посмотрит много людей, и мне не придется разбивать это зеркало.